Красивые удары и ловкие броски в республике завершились всероссийские соревнования. Кубок президента Союза тхэквондо России. Турнир проходил в Черкесске и собрал более 900 спортсменов из 34 регионов России. Подробности у Али Баташева. Взмах судейской руки – отчет начала поединка, в котором побеждает сильнейший. Трибуны заполнены, взгляды прикованы к тхэквондистам. Больше всех волнуются тренеры и участники соревнований. Наш земляк Малик Хунов сражается с достойным соперником из Волгограда, наносит серию хороших ударов и одерживает уверенную победу. Да, противник защищался, роль проваливался постоянно. Я его ловил на ошибку. Да, удары красивые очень. Когда попадаешь особенно. На ринге Иван Соколов из города Ессентуки. Советы тренера и воля к победе помогают достичь хороших результатов в первом поединке. Соколов Иван, он первый год в этой возрастной категории, ему трудно. И каждый бой – это эмоции, это вот результат нашей тренерской работы. И поэтому, слава богу, он смог собраться и в конце забрать этот бой. Радует это. Это уже как он выиграл этот турнир для нас. Кубок президента Союза тхэквондо проходит уже четвертый год. В этом году в турнире разыграно 40 комплектов медалей среди юношей и девушек 12-14 лет, а также юниоров и юниорок 15-17 лет. Можно считать особенностью этих соревнований то, что отбираются ребята на первенство России среди юношей 12-14 лет и юниоров 15-17 лет. Кроме того, что они могут отобраться у себя дома на окружных соревнованиях и первенство области, республики, они могут дополнительно здесь получить путевку и реализовать себя. Может быть, кто-то у себя проиграл как-то, может, болел или же одно очко проиграл. И поэтому он может здесь наверстать это все. Сейчас в России считается этот турнир самый престижный, самый массовый. По результатам соревнований среди юношей и девушек в общекомандном зачете победила команда из Кабардино-Балкарии. Второе место – Ростовская область. Третье – Краснодарский край. Среди юниоров первое место – Самарская область. На втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Республика Дагестан. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.